И всем привет, друзьям и пацанам Ютуба, у микрофона Максимус, и сегодня мы обсудим с вами новости, связанные, возможно, с новым эпизодом Кейс 2 Animatronic Survival, и поговорим об аниматронике, которого мы уже давно видели, однако упоминание о нем появилось совсем недавно. Не забываем про лайки и царские комментарии. Поехали! Итак, сегодня мы обсудим с вами тизеры, которые разработчики Кейса выложили недавно в своей официальной группе ВКонтакте. Долгое молчание было неспроста, ведь они тщательно над чем-то работали, и уже совсем вскоре мы сможем увидеть это во всей красе. Является ли это локацией для мультиплеера или же местом, которое относится к новому эпизоду, трудно сказать. Однако, никто не отменял догадок, поэтому давайте рассмотрим данные изображения. Итак. Всего у нас есть 5 тизеров, 4 из которых являются скриншотами местности для того, чтобы игроки и фанаты этой игры смогли ознакомиться с данной локацией и примерно понимать, что же нас ждет. Я могу подвести несколько фактов с предоставленных изображений. Во-первых, в данной окрестности мы можем наблюдать снег, что сразу говорит о действующем там времени года. Однако, если это рашка, то мы в пи***е. Во-вторых, на данном участке мы можем увидеть неизвестные сооружения, сосуды для содержания тех или иных веществ под давлением, здания, ограничители местности в виде заборов и трубы. Сложив все это, я прихожу к выводу, что территория, на которой будут происходить либо действия мультиплеера, либо сюжетки, является неким заводом малого масштаба. Ну или в крайнем случае, локация представляет из себя закрытую, засекреченную местность, на которой проходят те или иные испытания, ведь не забывайте, про что я вам говорил в прошлом ролике по кейсу, глянуть который вы сможете по подсказке. Что ж, на этом и заканчиваются все основные находки касательно локации и первых 4 скриншотов. Не забываем, что у нас есть еще и 5 изображение, которое является чертовски важным. Почему же я акцентировал на нем больше всего внимания? Потому что на этом скриншоте мы сможем с вами увидеть, вероятнее всего, нового аниматроника, либо же мультиплеера, либо же сюжетные части Кейс 2 Animatronic Survival. Вот он, стоит за окном. Его красноватые глаза выделяются на общем фоне, и присмотревшись, можно предположить, что кое-где мы уже видели его. Возможно, еще до выхода 3-го эпизода именно его нам и тизерили. Нет, я не про овечку Долли. Я про вот это вот существо, на тизере с которым есть надпись «Дом». Приветствую, и цифра 1017. Он больше похож на представленного на изображении аниматроника. В чем будет заключаться его особенность, пока что сказать нельзя. Однако все эти тизеры и первые новости касательно нового материала в игре, это уже говорит о том, что разработчики сейчас ведут активную работу над новым контентом. И надеюсь, он нас не только порадует, но и сможет приятно удивить. Ну а на этом мои догадки, как и этот ролик, подходят к концу. Спасибо всем тем, кто посмотрел его, и спасибо, кто поддержал это видео. Ну а если вы забыли, то сейчас самое время поставить лайк и нажать на кнопку подписаться. А если вам понравились ролики подобного жанра, то можете глянуть описание с ссылками на плейлисты с теориями по другим интересным играм. Ну а также можете вступить в группу ВКонтакте и зайти на мой сервер в Дискорде. Там у нас постоянный актив, поэтому буду вас там ждать. И помните, что у микрофона был Максимус. Всем хорошего настроения и приятного вечера. Всем пока.